Всем привет, дорогие мои подписчики, зрители. По запросу нашел трехкомнатную квартиру на первой береговой линии, на высоком этаже, по очень хорошей цене в новостройке. Так что с вами канал «Недвижимость в Турции», Парадайз Алания. Дорогие зрители, вот такой открытый бассейн. Район Махмутлар. Проект, который сдался несколько месяцев тому назад. В этой стороне душевые кабинки, мини-бар. Еще не запустили. Там у нас открытая парковка снаружи. Есть вся инфраструктура, сейчас покажу. Открытый бассейн, сауна. Айдат тут на 2+1 300 лир. Ну, 30 евро, скажем. Здесь лобби. Так. Два лифта. Фитнес. Тут у нас детская комната игровая. Так. Открытый бассейн. Работа с 8 до 9. Вот такой открытый бассейн. Тут у нас сауна. Как туда зайти? С той стороны. Да. Тут санузлы. Это сауна. Вот такая большая сауна с видом на крытый бассейн. Здесь турецкий хамам большой. Работает тепло. И тут VIP-зона. Так. Тут у нас римская парная комната. Показал инфраструктуру. Теперь откуда здесь выйти? Здесь раздевалки, душевые кабинки также есть. Генератор снаружи. Теперь покажем квартиру. Тут парковочные места для велосипедов. Ага. Так. Вот такие два лифта больших. Ну и здесь все как четко сделано. Так. Так, дорогие зрители, на этаже у нас 4 квартиры. Тут лестничная площадка с этой стороны. Двери металлические. Сразу у нас прихожая. В правой стороне первая спальня. Где-то здесь минимум 12 квадратных метров. Термопакет окна. Это улица Барбаросса. Сторона тут север-восток. Вот. Здесь санузел. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. Здесь душевая кабинка. Использованы качественные стройматериалы. Так, здесь у нас такой встроенный шкаф. Для стиральной машинки также есть местечко.
Вторая спальня, хозяйская. В квартире один санузел. Это побольше, чем та спальня. 12,5 или 13 квадратов. Дорогие зрители, вид на море. Первая береговая линия. Ну, немножко видно крепость Алания, там железка. И видно горы. Сейчас с балкона более-менее все ясно видно будет. И здесь у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Так, вот. Квадратметров жилых здесь 75-82 квадратметра. Так. Выйдем на балкон. Вот такой балкончик. И отсюда более-менее очень красивый вид. Шума в квартире не было, вы сами слышали. Но сейчас уже есть шум, так как я вышел на балкон. Северная сторона. Алюминиевые термопакет, окна и двери. Кстати, окна в пол. Угу. Дорогие зрители, цена этой квартиры 134 300 евро. Автоматически, чтобы понимали, что 300 евро это скидка. Меньше никуда. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. В основном я отвечаю в WhatsApp, редко выхожу в Telegram, но... Если нету WhatsApp, то звоните прямо в Viber или Telegram. Все, с вами был мистер Агасси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Первая береговая линия. Всем пока-пока.